Итак, Около Спорт приехал на тренировку Барсов. Привет. Регбийная сборная. Вот. Вот это тренер наш. Вот наш тренер. Это тренер. Привет. Вот. Макс, не тратите, да, я быстро сейчас. Итак, государство. Так, начнем с инвентаря, да? Вот можно. Мячики. Так, сколько мячей? 10? Ну где-то так. А вот эта лапка для чего? Это наказываю ею. Понял. Чесалка. А как стимулируете? Я вижу кнут, где пряник? Ты поняла, да? Это фотографы и операторы, да? Да. Вот. С ёлочками есть два вида операторов. Это как, знаешь, там, регбистами, американскими футболистами. Да, я видел. Так, тренировки проходят на вот этом поле. И даже поле. Это только два вообще, два снимающих человека. Они умудряются рассказывать друг другу и интуитивно. На поле надо попадать незаконно, да? Зато не платите аренду, зато, экономите. Да. Все, по ходу дела, сейчас снимут и потом нам тут прикроют. Нет, основной посыл такой, чтобы вам город выделил площади, дал возможность тренироваться, помочь. Такой реально, верите, парни? Верю, конечно, верю. Обращались, нет? Верили, мы уже развалились. Итак, регбисты попадают на поле через забор, дырку в заборе. Через маленькую даже. Это наш прекрасный фотограф Анна. Сегодня она будет фотографировать мужественных мужчин. Пройдешь? Да, на каблуках нормально. А, ты одел балетки, да? Умница. Я примерно представляла. Так, вот такое поле. Вообще, что надо для регби? Я вам хочу сказать, что у московских регбистов хуже поле. Хуже? Хуже. Так, там ямы такие. У вас я даже ям не вижу на поле. У них хотя бы разрешено сюда приходить. А-а-а. Да нормально, у вас вон и резиновая окантовочка есть. А ты каким командам ездил в московском? А я ездил, сейчас скажу, Гранит. А у нас же, мы же были как это, Ильянск мы же, ездил. Не, Вальгала, давай, Вальгала это была вторым составом Гранит, то есть мы попробовали, потом как-то прекратили эту идею, потому что сил не хватило заниматься и миксом, и регби, вот, но мы помним все тренировки регбийные. Почему нет? Вот наша раздевалка. Ну, Никиту снимаю, Никита. Не надо, я не буду сегодня. Так, парни, привет. На великах. Вот самый главный снаряд, наверное, для отработки, да, парни? Да, вот я же говорю, что поле сумасшедшее. Оно без ям. Лучшего не придумать. А что у тебя на бейсболке написано? Ругательство такое. Так. А переведи, пожалуйста, факдаун. Это не переводится. Не переводила игра слова, да?